Добрый день, меня зовут Екатерина Бердрик, я пулмастер. Давайте вместе разберемся и найдем ответ на вопрос, почему я батон. Знаете, всю свою сознательную жизнь я поняла, что все, что со мной происходило, вело меня именно в эту компанию. Я очень долго искала позитивный коллектив, возможность реализоваться. Для меня также важно реализовываться творчески. Я творческий человек, и мою творческую натуру очень сложно скрыть. Но я совсем не ожидала, что, придя в компанию в Атоме, я смогу предлагать людям продукт, который буду потреблять сама, буду предлагать своим детям и друзьям. И этот продукт не просто так, чтобы что-то там замазать или просто что-то выпить, потому что это вкусно. Это продукт, который улучшает качество жизни, придает сил, повышает иммунитет, помогает себя чувствовать лучше. Если посмотреть сегодня на нашу окружающую среду, вы поймете, что это необходимо делать. Зайдя в любой магазин, мы увидим с вами продукты, но по сути они все пустые. Не знаю, как у вас, я долго не могла выйти из состояния, когда я пытаюсь просто наесться и получить какое-то удовлетворение от еды. В плане голода я была постоянно голодная. Оказалось, мне просто не хватало витаминов. Но разве я не пила витамины? Я пила витамины. Но именно в Атоме, когда я начала пить все эти БАДы, только эти БАДы помогли моему организму восполнить весь необходимый запас. На сегодняшний день я чувствую себя намного лучше. Мои дети также принимают витамины компании Атоме. Мой муж просто не пускает меня домой, если я не купила пробиотики. Таким образом, я понимаю, что это тот самый продукт, который заполняет всю нашу жизнь, начиная с самого утра. Я беру зубную щетку, зубную пасту, я умываюсь пенкой из набора Ивник, наношу крема, мне очень нравится линейка Абсолют. Я стала себя лучше чувствовать, я стала красивее. И это замечаю не только я, это замечают мои друзья. Но также я чувствую себя более наполненной, более насыщенной, я чувствую себя счастливой, и этим счастьем я хочу поделиться с другими. Когда я говорю «хочется поделиться», это значит, я хочу рассказать об этом продукте и сказать: «попробуй, посмотри». Тебе станет лучше, ты будешь чувствовать себя лучше, ты будешь выглядеть лучше. Просто попробуй. И второй момент, которым мне хочется поделиться, это возможность самореализации, это возможность стать бизнесменом. Знаете, для меня большую роль играет человеческий фактор. То, какое окружение. Я работала в разных компаниях, и с коллективом были проблемы. Ну, такое часто случается, правда? Но когда я пришла в Атоме, я увидела, что люди здесь позитивные, счастливые, потому что эти люди уже прошли тот путь, уже ознакомились с продукцией, они чувствуют себя комфортно, и они также хотели со мной поделиться этим счастьем, этим позитивным настроем. И теперь делишься с другим, делится с тобой, и вот эта связь между нами, она помогает нам продвигать идею и философию компании Атоме. Можно начать свой бизнес. Вы меня спросите, кто твой начальник? У меня нет начальника. У меня есть спонсоры, у меня есть партнеры, у меня есть позитивная команда. Есть люди, которым я доверяю. Есть офис, куда я прихожу, и мне хочется сюда приходить. Единственный начальник – это я сама. Я сама несу ответственность за то, что я делаю, как я это делаю. И знаете, я поняла, что я стала в хорошем смысле жадной. Мне хочется побыстрее изучить маркетинг-план до мелочайших его деталей. Мне хочется побыстрее рассказать все это людям. Поймала себя на мысли, что когда еду в метро или просто нахожусь в большом скоплении людей, я на них смотрю и понимаю, что мне хочется всем этим людям рассказать и поделиться об Атоме. Если хотите, это профессиональная деформация. Тот момент, когда, знаете, вы сидите на дне рождения, хочется просто поделиться этой информацией. И в любом случае, любой разговор на любом мероприятии, будь то день рождения или свадьба, он выходит все равно о компании Атоме. Потому что это правда то, чем хочется делиться. Мне не стыдно, когда я предлагаю своим подружкам какой-то крем. Или провожу мастер-класс из линейки Evening Care. Мне не стыдно. Я никого не обманываю. Я честна с тобой, я прошла этот путь, я попробовала это все на себе. И мне хочется поделиться этой радостью со своими друзьями. И так оно действует, так оно работает. Когда это что-то позитивное, то оно распространяется очень легко и быстро. Почему я в Атоме? Атоме – это большая экосистема. Это экосистема, которая помогает
нам реализовываться, становиться сильнее, становиться успешнее, становиться счастливее. Я, как любая мама, хочу, чтобы перед моими детьми были открыты все двери, что я сама решаю, какую жизнь я буду жить. Я хочу прожить счастливую жизнь. Я хочу путешествовать. Я хочу посещать мероприятия, на концерты, побывать в разных странах. Я хочу общаться, находить множество знакомых. Я хочу, чтобы мои дети не знали слова «нет», что сейчас мы не можем туда поехать, туда-то он не может поступить. И вот этих запретов я хочу снять ограничения. Компания Atomy позволяет мне достичь этого. Так как я могу, добившись высшей ступени мастерства, я могу передать до 3 поколений вперед свои накопления, сбережения. И эта мысль меня радует. Это будет не зря. Вот представьте, что мы устроили с вами какую-то классную компанию с большим потенциалом, с огромным потенциалом. И мы тратим всю свою сознательную жизнь на то, чтобы пройти по карьерной лестнице. Но в итоге мы успеваем лишь прожить какую-то свою жизнь, получить свои какие-то обычные деньги, пускай это будут какие-то большие. Но у этих денег, в плане материальных благ, у них есть срок, и он ограничен. И когда вы уходите на пенсию, например, или по каким-то причинам компания развалилась, то все, ваши дети не получат ничего. Компания Atomy дает возможность передать весь этот потенциал своим детям и внукам. Вот вы, например, сейчас смотрите, сидите и думаете, я же бабушка, я на пенсию собралась, за что, куда мне уж? Я вас поздравляю, это практически счастливый билет, который вы вытащили, и еще не поздно стать самой любимой бабушкой в семье, стать тем самым примером для подражания для своих уже взрослых детей. Ну и в конце концов, вы же тоже чего-то хотите, желаете, у вас есть своя мечта. Может быть, вы хотите купить домик у моря. Вас никто не может этому ограничить. Только вы сами. Или вот вы, например. Сколько вам лет? 18? Ну, тогда я вам по-доброму завидую. Потому что компания Atomy, как показывает практика, в среднем 5-7 лет можно добиться высшей степени мастерства. И таким образом в 25 лет стать уже империал-мастером. Перед вами открыты все дороги, все пути, и вас ожидает долгая, счастливая, потрясающая, успешная жизнь. Вы только вдумайтесь, это все в наших руках. Это то, почему я выбрала Atomy, почему я нахожусь в Atomy.